Всех приветствую на канале Железнодорожное путешествие. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о поезде Hyundai Intercity Plus. За фото и видеоматериалы благодарю своего друга Александра Кухара. Подписывайтесь на его YouTube канал. Также не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Все ссылки в описании. Поезд преодолевает 631 км за 6 часов и 55 минут. По пути исследования проезжают такие станции, как Киев-Пассажирский, Винница, Хмельницкий, Тернополь-Пас и Львов. Данные поезда рассчитаны на конструкционную скорость 160 км в час. В Украине же на маршруте Киев-Львов через Тернополь маршрутная скорость данного поезда составляла не более 120 км в час, но он ее держал уверенно. Поезд состоит из вагонов первого и второго класса. Все вагоны сидячие, это сидячий поезд. В первом классе слева от окна и справа от окна по два сиденья. Во втором классе с левой стороны два сиденья, с правой три. Из комбока 2 плюс 3. Сиденья в поезде комфортные, удобные. Также они откидываются назад, чтобы можно было сидеть в полулежачем положении. На спинке каждого сиденья есть столик. Под потолком находились мониторы, которые выводили базовую информацию, а именно маршрут, маршрутная скорость, ну и всякую рекламу. Туалеты в поезде вакуумные, также присутствует дозатор для мыла. Слив воды осуществляется за счет нажатия кнопки. В целом все достаточно комфортно. На этом все, дорогие зрители. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. До скорых встреч!